27 мая в Пензе пройдет пасхальный фестиваль колокольного звона «За веру и Отечество», целью которого является возрождение и развитие традиций православного колокольного звона. В фестивале примут участие звонари Московской школы звонарей под руководством Ильи Дроздихина, который также выступит с гала-концертом колокольного звона на колокольне Спасского кафедрального собора. В программе прозвучат как традиционные звоны, так и импровизации, которые всегда приветствовались в русской манере звона. Также в рамках фестиваля можно будет посетить с экскурсией Евлампиевскую церковь-усыпальницу. Главным событием фестиваля является принесение частицы пояса Пресвятой Богородицы из Богоявленского храма в Спасский кафедральный собор, где всем можно будет поклониться святыне.